здесь я читаю стихи. Николай Грахов, друг Снеткова и Епина. Два грация в ниту, чудеса. Сегодня днем я встретил пса. Красивого, огромного, совсем-совсем бездомного. И я привел его домой, кормил вареной колбасой. Теперь мы с ним и играем, и прыгаем, и лаем. Но брат сказал, бедняга, ведь это же дворняга. Сосед сказал, угрозина, ведь пёс-то беспогрозина. На что мне эта мода? Я всем сказал вокруг. Мне не нужна погода, мне нужен друг.